Привет! И снова с вами наш канал «Сливки и секрет». В этом видео будет обзор ворота хромакей. Что это? Это я расскажу для тех, кто не знает. А для тех, кто знает, я реально покажу и оставлю ссылку в описании. И там уже, если вам такое надо, вы делаете видео, как я, можете себе приобрести. Итак, сейчас я все покажу. Заказал я себе где-то 1 на 6 и 2 метра. Вот такой вот зеленый хромакей. Хромакей это, говорю тем, кто не знает, это однотонник, один цвет. Когда ты снимаешь человека, то потом в программе, например, Камтазия, можно фон удалить и человека задействовать куда душе угодно. Это своего рода можно сделать спецэффекты, допустим, если вы снимаете фильмы. Так вот, я себе купил бюджетный, подешевле, вот такая картонная труба. И тут у меня вот такие две стойки, сейчас я их распакую. Они были в культах, культи я уже убрал. Вот такие стойки, и они в своих сумочках. Вот так вот расстегивается оно. Эти стойки, они двухметровые. Если вы реально хотите снимать, например, себя, как я сейчас стою, то вам нужно покупать 3 на 3 вот такие ворота хромакей. И лучше покупать в комплекте, оно будет дешевле. Если вы будете покупать их по отдельности, ну, будет дороговато. Я купил в комплекте. И повторюсь еще раз, если вы снимаете человека, вам нужно 3-метровую высоту, а это 2-метровая. Запомните. И если вы сейчас хотите переносить, то вам нужно, чтобы она не картонная, вот такая трубка, которая растягивается на 3 метра. Итак, давайте ближе к делу. А тут можно затягивать, если вы хотите, допустим, чтобы у вас было повыше. Вот такие есть зажимы, которые поднимают на всю высоту. Затягивать надо обязательно, но не так сильно, чтобы сломать. Вот тут есть такое вот крепление. Я так смотрел, сюда даже можно прицепить видеокамеру. Вот так, если включить. Ну, не видеокамеру, в смысле, имеется в виду камеру цифровую. Вот так вот прикрутить, и будет тоже самый эффект. Это, допустим, если вы снимаете с 3-4 мест. Вот такая стойка. И вот следующая, точно такая же. Хочу еще сказать, что если вы, допустим, хотите снимать лего мультики, барби мультики, там, ну, все, что находится на столе, допустим, флэтвей делать со стола, то 1,5-метровой стойки, 1,5-метровой хромакея вам головой хватит. Но если вы творческая личность и вам думаете не хватит, лучше брать 3 на 3. Это я вам гарантирую, что вы не прогадаете. Вот так они раздвигаются. Я сейчас покажу чуть позже, какая максимальная их нагрузка. Чтобы вы не нагрузили, а потом сказали, у меня не поломались, а там виноваты. Вот этим вы будете контролировать высоту. Вот стойки еще можно вот так вот сделать, видите? Все зависит от того, как натягиваешь. Берем наш хромакей.
И вот так его разворачиваем. Ну, обычная ткань получается. Но только эта ткань специальная, как раз, чтобы засвечивался кадр, который вам нужен. Ну, да, я так называю, чтобы не было бликов лишних. Тут есть специальные дырочки для токатона. Надеваю на эти носители. Итак, вот наш хромакей. Смотрите, невооруженным глазом скажу сразу. Вот светлый тон, вот черный тон. Из-за чего это? Из-за того, что сейчас я снимаю это видео возле окна. Для этого нужно будет еще приобрести такие самые стойки, и у них есть рассеиватели лампы, которые будут снимать с двух разных сторон. У меня одна есть, но это я портативную сделал. Вот, например, такая. Так, на видео получается, как будто эта штора висит. Но когда включаешь лампу, смотрите, то все становится однотонным. Так вот, если так вот стоять, то вы видите, что сзади тень. Одной лампы будет мало. Сюда вам нужно использовать такие две стойки с рассеивателями. Для этого нужно, чтобы перекрестный был свет. То есть две штуки еще приобрести и тут поставить. Если вы интересуетесь такими воротами. И вот теперь давайте я вам покажу, как все это видео сейчас в программе Camtasia фон этот будет удаляться. Сейчас я что-нибудь придумаю. Ну все, кривляться я перестал, и сейчас я покажу с разных ракурсов эти сами ворота. Как раз то, о чем я говорил. Вот на одном сайте, там, тут где я выбирал, есть такие вот наборы. Можно купить фон отдельно, можно купить в комплекте. Смотрите, 1.5 на 2, 1.5 на 1.5 стоит 180 гривен ткань, хромакей. Можно приобрести комплект, вот который я покупал. Он стоит 1170 гривен. Давайте глянем немножко характеристики, чтобы вы знали, кто-то не выдумывая что-то. Вот хромакей, видите? Однотонный цвет получается. Можно выбрать черный, какой вы хотите. Я выбрал зеленый. Смотрите, здесь технические характеристики. Количество секций 3 штуки. Максимальная рабочая высота 2 метра. Максимальная нагрузка 3 килограмма. 3 килограмма можно нагрузить, если вам так сильно хочется. Допустим, вы используете саму стойку не по назначению, а, допустим, хотите подцепить туда колонку или что-то серьезное, то максимум 3 килограмма, иначе ножки разъедутся. И вот труба, за которую я говорил. Ну, это если вы не собираетесь, вот собрали ее и дома снимаете, если у вас, допустим, нема детей. А если дети есть, то дети вам этот хромакей порвут и обрисуют и все остальное. Поэтому мне такой вариант подошел, а вам нужно выбирать вариант. Где будет вот такая вот трубка складчатая, вот на этом комплекте.
Точно такой же, но он чуть подороже из-за того, что здесь трубка не картонная, а складная. Вот. Вот такая вот трубка, видите? Одевается и специально закручивается. Она растягивается. И смотрите, здесь есть даже 3 на 3 метра. Это я просто вам показываю на одном сайте. То, что я оставлю вам в описании, там выбирайте на ваш вкус и цвет. И еще вот готовые наборы. Это тот цвет, за который я говорил. Его нужно, видите, они даже продаются в наборе 2 штуки. Ставите по бокам, как я уже говорил, по бокам сюда и сюда уже, я вам говорил. И все, и у вас будет перекрестный свет. Ну, я повторюсь. Я себе присмотрел вот такое вот, скоро приобрету. Скажу сразу. Здесь патроны специально для обычной лампочки, которая у вас висит на потолке. Рекомендуют ставить лампы эконом. Они цветопередачу, свет дают лучше. И давайте сейчас я вам в программе Camtasia покажу. Тем, кто не знает, зачем он сдался этот вообще хромакей. Сейчас немножко подождем, пока оно загрузится. Вот, программа наша загрузилась. Берем наше видео, которое только что я вам гримасничал. Вот, кидаем видео. Заходим в море. Visual Proportion ставим. Доходим до того момента, где я кривлялся. Вот. Теперь смотрите, что можно сделать. Вот тут есть кнопочка удалить свет. Здесь у меня уже выставлен хромакей. Видите, если так вот делать, зеленый фон удаляется сразу. Делаем сглаживание. Видите, все зависит от того, от цвета передачи, как вы это сделали. Вот если полностью фон удалить, теряется моя одежда. Ну, затмевается. Можно подобрать похожий цвет, если этот не так сильно подходит. Видите, цвет не подходит. То есть все зависит от хорошей цветопередачи. Видите, не подходит. Можно цветовую гамму зайти. Можно и вот так попробовать, видите? Можно еще зайти сюда. Видите, контрастность идет зеленого цвета. Для этого нужно хорошее освещение, как я уже говорил. И для чего вообще тут нужен хромакей? Смотрите. Снимали мы где? Снимали в комнате. А сейчас мы поставим картинку. Допустим, зайдем в Google, не будем долго церемониться.
Возьмем, например, эту картинку. Когда она чаморочная. Не вот эта проблема. Вот, скачиваем ее. Теперь идем в наш импорт медиа. Вот наша картинка. Ставим ее сюда. Поднимем ее сюда вот. Так она перекрывает. Поднимаем наш хромакей выше. Закрепляем дорожку, чтобы она не убежала никуда. Не ту закрепляем. Вот растягиваем на все видео. Открепляем дорожку. Растягиваем. И видите, что получается, хромакей удаляется, и получается я на фоне природы. Смотрите. Давайте еще раз повторю. Во. Смотрите. Видите, вроде бы все хорошо, но вот зеленые оттенки попадаются. Это все говорит о том, что нужно сам хромакей растягивать и цветопередача, чтобы была. Давайте. Если вам понравилось, покупайте себе. И до встречи в новых видео. Пока. Обязательно не забудьте подписаться на канал, потому что прозеваете другие интересные видео.